какие красивые водоросли. Где это ты видишь водоросли? А что это такое? Это просто водные растения. И как у всякого растения, у них есть корни, стебли, листья. А у водорослей? А у водорослей нет ни листьев, ни стеблей, только талом или слоевище. Какое слоевище? Обыкновенное слоевище. Это просто тело низших растений. А водоросли ведь низшие растения. Если хочешь, я тебе могу рассказать, что такое водоросли. Хочу. Тогда совершим небольшое путешествие. Куда? К ближайшему водоему. Только захватим с собой походную лабораторию. Начнем знакомство с одноклеточных зеленых водорослей. Водоросли были первыми растительными организмами на Земле. Это они дали начало всем наземным растениям. Как ты знаешь, кислородом нашу планету снабжают растения. И, пожалуй, больше всего его выделяют водоросли. Набери воды. Ну, что-нибудь видишь? Какие-то точечки маленькие. Ну вот. Препарат наш готов. На-ка, посмотри. Там что-то плавает. Это хламидомонада. Одноклеточная водоросль. Она чаще всего встречается в мелких водоемах. Водоросли плавают? Не все. Хламидомонада плавает при помощи жгутиков. Ее клетка покрыта оболочкой. Под оболочкой находится цитоплазма, а в ней ядро. Видишь красноватую точку? Да. Это глазок. С его помощью хламидомонада ориентируется на свет. Зачем ей свет? А ты разглядела, какого она цвета? Да, зеленого. Зеленый цвет хламидомонаде придает хлорофилл. У водорослей он содержится в хроматофоре. Вот он. На что он похож? На чашку. Верно. У него чашевидная форма. А в листьях хлорофилл находится в хлоропласте. Сейчас посмотрим. Сделаем срез, чтобы увидеть в клетке хлоропласты с хлорофиллом. Хлоропласты – это зеленые точечки, похожие на зерна? Да. Они содержат хлорофилл, который нужен растениям для образования питательных органических веществ. Значит, хлорофилл у растений находится в хлоропласте, а у водорослей – в хроматофоре. А хлорофилл нужен для чего? Для фотосинтеза! Хламидомонада через оболочку поглощает воду и углекислый газ. Солнечный свет попадает на хлорофилл, и в процессе фотосинтеза создаются сложные органические вещества, необходимые для питания водорослей. А в воду и атмосферу выделяется образующийся при этом кислород.
Пускай живут. Их тут, наверное, целый миллион. И откуда они только берутся? У них сейчас период размножения. А размножаются они двумя способами. Когда есть благоприятные условия, вода, свет, тепло, хламидомонада размножается бесполым способом. Происходит это так. Хламидомонада делится сначала на клетки. Из них образуются зооспоры. Разрывая оболочку материнской клетки, зооспоры попадают в воду. А что такое зооспоры? Зооспоры – это особая клетка водорослей. Служит она для бесполого размножения. В воде она передвигается. С помощью жгутиков? Совершенно верно. Зооспоры быстро растут и превращаются в хламидомонаду, которая снова начинает делиться. Многие водоросли размножаются с помощью зооспор. А если условия ухудшаются, пересыхают водоемы, приближаются морозы, происходит половое размножение хламидомонады. Внутри материнской клетки образуются гаметы. А что такое гаметы? Так называются половые клетки. Они очень похожи на зооспоры, только меньше. Две гаметы разных особей сливаются, и образуется новая клетка – зигота. Зигота покрывается плотной оболочкой. Зачем ей плотная оболочка, как ты думаешь? Чтобы лучше сохраниться. Правильно. Когда наступают благоприятные условия, содержимое зиготы начинает делиться. Из каждой ее части образуется новая клетка хламидомонады. Я думала, водоросли большие, а они маленькие, как микробы. Водоросли бывают самые разные. Некоторые достигают 10 и более метров, но о них потом. А сейчас я тебя познакомлю еще с одной водорослью. Зовут ее Хлорелла. Вот здесь она должна проживать. Но увидеть ее можно в микроскоп. Разглядела? Это и есть сеньора Хлорелла. Кругленькая такая. Хлорелла – шаровидная одноклеточная водоросль. Хлор по-русски значит зеленый. Зеленый цвет у нее от хлорофиллы? Да. И как у всех водорослей, он содержится в хроматофоре клетки. Хлореллу и некоторые другие зеленые микроводоросли можно встретить на деревьях, на стенах, в колодце и во многих других местах, где есть влага и свет. А теперь пойдем искать многоклеточные зеленые водоросли. В этой быстрой речушке с камнями мы найдем то, что нам нужно. Эта водоросль называется Улотрикс. Как ниточка? Да, она похожа. Улотрикс так и называется. Многоклеточная нитчатая водоросль. Почему многоклеточная? А потому что его нить состоит из большого количества клеток, выстроившихся в один ряд. Обрати внимание сначала на самую нижнюю клетку. Она бесцветна и немного вытянута. Ею улотрикс прикрепляется ко дну или к камням, чтобы удержаться на месте. Все другие клетки улотрикса состоят из оболочки, цитоплазмы, ядра и... Хроматофоры? Верно. Хроматофор улотрикса похож
на незамкнутое кольцо. А у Лотрекса бывают эти зооспоры? Конечно. Ну, как у других водорослей. При благоприятных условиях содержимое клеток его нити начинает делиться. В них тоже образуются зооспоры, только они имеют 4 жгутика. Попав в воду, зооспоры оседают на какой-нибудь предмет и прорастают в новую нить у Лотрекса. Это бесполое размножение. При неблагоприятных условиях происходит половое размножение. В клетках образуются гаметы. В отличие от зооспор, у них не 4, а 2 жгутика. И размером они меньше. Попав в воду, гаметы из одной нити сливаются с гаметой другой нити. И образуется... зигота. Верно. Зигота покрывается плотной оболочкой. Теперь ей не страшны ни мороз, ни жара. Зигота может сохраняться очень долго. Когда наступают благоприятные условия, ее содержимое делится на клетки, из которых образуются зооспоры. Как только зооспоры под водой осядут на неподвижный предмет, они сразу начинают прорастать в новой нити у Лотрекса. И жизнь продолжается дальше. Вот, скопление разных видов нитчатых водорослей. То, что мы называем тиной. А это что? Это водные растения. У них есть стебель, листья, корни. Так что, видишь, не все растения, обитающие в воде, водоросли. Теперь представляешь, что такое водоросли? Да, я думала, что они все большие, красивые. Но мы же познакомились только с пресноводными водорослями. А есть еще морские водоросли. Отправимся в кинопутешествие. Посмотрим фильм о морских водорослях. Который ты снимал в Баренцевом море? Да. В морях и океанах растут самые крупные и красивые водоросли. Знаешь, сколько всего на свете видов водорослей? Сколько? Около 30 тысяч. Самые распространенные в морях бурые и красные. Встречаются и зеленые. Они растут все вместе? Нет. Зеленые нуждаются в ярком солнечном свете. И растут они на мелководье. Поглубже обитают бурые. Это можно увидеть в зоне отливов и приливов. Видишь? Даже здесь зеленые водоросли предпочитают мелкие водоемы. А бурые более глубокие. Цвет бурых водорослей определяет сложный набор пигментов, содержащихся в хроматофорах. В них над зеленым пигментом хлорофилла преобладает желтый, оранжевый, бурый. Глубже всех растут красные водоросли. По своему разнообразию и красоте они не уступают бурым. А окраску им придает преобладание над хлорофиллом пигментов красного и синего цвета. Такая окраска позволяет поглощать водорослям солнечные лучи на больших глубинах. Какие в море красивые водоросли. Это прямо как куст. А здесь как листья.
Это похоже на маленькое дерево. Только похоже. Все это разнообразные формы слоевищ. Нитевидные, пластинчатые, кустовидные. В слоевищах длинных водорослей скапливаются пузырьки воздуха, которые они выделяют. Поэтому водоросли держатся вертикально. Это ламинария. Смотри, у нее корень. Это ризоиды. В переводе значит похожие на корень. Ризоидами ламинария прикрепляется к скалам или большим камням. А водоросли вредные или полезные? Ну, как тебе сказать? Иногда они доставляют известные неприятности тем, что сильно разрастаются. Но гораздо чаще они приносят пользу. Водорослями питаются мальки рыб, птицы. Охотно едят их и некоторые домашние животные, например, овцы. Водоросли издавна добываются человеком. Используются они очень широко. В медицине, текстильной промышленности, бумагоделательной, пищевой. Всего не перечислишь. Создаются даже специальные морские плантации. А человек может питаться водорослями? Конечно. В пищу можно употреблять почти все водоросли. Уже знакомая тебе ламинария используется в пищу под названием морская капуста. Как интересно. Теперь ты поняла, чем отличаются водоросли от других растений? Да, у них нет ни стебля, ни листьев, ни корней. Верно. А как они размножаются? Спорами. А питаются? Они поглощают минеральные вещества и углекислый газ. И на свету у них происходит фотосинтез. Так что можно сказать, водоросли – это споровые растения, содержащие хлорофилл и, как правило, живущие в воде. Они снабжают атмосферу Земли кислородом и составляют очень важное звено в цепочке взаимосвязей живых организмов.